Сейчас переменная облачность, дождь с ветром, но это мне не помешает сделать обзорчик. PD Movie Live Air 2. В комплекте идет такая батарейка на мотор 600 мА и маленькая батарейка от самого фокуса. 600 мА одна батарейка, а там две. Очень удобная система и очень легкая и маленькая, которая не зависит от камеры. Вот это самое главное преимущество. На сайте производителя написано, что фокусное колесико работает батарейка на 10 часов, а моторчик работает на 6 часов, две батареи. А в общем продолжительность 15 часов, нормальное использование, плюс-минус. До 100 метров ловит сигнал. Ты можешь крутить фокус, и будет крутиться. Так, сейчас быстро вам покажу, как должно быть это. По идее, колесико фокуса должно быть вот здесь, на креплении для камеры. Допустим, можно вот сюда прикрепить. Да, эта рамка идет в комплекте с PD Movie. И 15-миллиметровая рельса тоже. Да, это мы можем крутить, настроить. Очень удобно крутится, можно настроить, как вам удобно. Так, одеваем колесико. Я сделал так, сверху. Вообще можно и с другой стороны сделать. Можно сделать, как вам удобно. Допустим, если я не использую стабилизатор, если я поставил на штатив, тогда это для штатива будет очень классно. Как это работает? Очень просто. Мы включаем кнопочку. Вот красная кнопка загорается потом зелененьким. После чего я поставил на кольцо фокуса ровненько, зажимаю зажимчик. Здесь у нас нет кнопки on-off. Мы вталкиваем батарейку внутрь, засовываем. Красная лампочка. Все, если зеленым горит, значит хорошо. Как отрегулируется здесь вообще система? Очень просто. Есть два режима. Калибрация автоматически. Нажимаем и ждем. 3 секунды примерно. Оно само крутит, определяет, где начало, где конец. Все, после чего у нас работает, все четко. Не нужно вообще париться. Никакой экран 2, это хренотень. Как я отключаю? Просто батарейку поднимаю и все. Второй способ откалибровать беспроводный фокус – это рукой. В одну сторону до конца, в другую. И потом немножко мы тянем опять в другую сторону. Он автоматически идет сам, определяет. Вот, все крутится, все отлично, все четко. Из-за этого мне нравится, очень нравится этот система. В чем фишка еще? Что мы можем прикрутить? Есть резьба, есть болтик. Я прикрутил вот так. Окей. Так, отлично фокусирует. Сейчас протестируем в движении на доске. Диафрагма у нас 2,8. Возможно ехать здесь, но ничего не могут нормально сделать. Это я на 2,8. Специально, чтобы была глубина резкости киношная. Больше света входило. Конечно, вот если я сделаю вам температура вам, допустим, 6,3, вот я вам на 6,3. Больше же глубина резкости, так легче фокусироваться. Вот, все. Вот в фокусе. И без монитора. Но темнее все будет, понимаете? Из-за этого я люблю снимать на открытой диафрагме. Больше света входит. Конечно, не всегда, но в основном стараюсь.
Он как быстро проехал. Что он думает? Он Шумахер тут. Ну все, на этом все. Заканчивается наш быстрый обзор про беспроводную систему полуфокуса. Охранник мне испортил настроение, не дал мне там нормально поснимать. Так что это был быстрый обзорчик, как-то так. Увидимся в следующем видео, не забывайте подписываться и делать дизлайки. Все, пока.